и причем два электропоезда. Но руководством компании ЖД принято решение о том, чтобы выделить 6 электропоездов. И мы практически вот такими электропоездами будем на территории Саратовской области обеспечивать перевозки пассажиров. Они более комфортабельные, они более удобные, они, вот видите, это электропоезд «Ласточка», это перспектива, которая мы стремимся, как они будут. Но я просил бы, почему мы включили, многие думают, что вот этот электропоезд ФП-3D это «Ласточка». Но это, к сожалению, не «Ласточка», это электропоезд, это «Ласточка», потому что у нас зрители ФП-3D, но это не «Ласточка», она без изгоди. «Ласточка», она немножко вот другая.